Сетевой кабель Supra LowRed CSEU рассчитан на подключение нагрузки с током потребления до 10 ампер. Как и в других соединителях серии, в данном кабеле применено общее экранирование, практически полностью подавляющее излучение электромагнитных волн при передаче энергии. В то же время экран защищает проводники соединителей от наводок извне, способных ухудшить качество электропитания аппаратуры. Проводники с сечением по 1,5 квадратных миллиметра перевиты для взаимного подавления помех, а запатентованная конструкция подсоединения экрана с использованием полупроводящего диэлектрика предотвращает повреждение кабеля даже при многократных изгибах. Как показали лабораторные испытания, соединитель выдерживает без повреждений до 30 тысяч изгибов в прямом и обратном направлении. Диэлектрик в кабеле выполнен из ионно-стабилизированного ПВХ, не выделяющего хлора в процессе работы и обеспечивающего стабильные параметры соединителя в течение длительного времени. Кабель оснащается стандартными вилками Шуко высокого качества с государственным патентом Швеции. А сам этот кабель, кроме аудио-видеосистем, широко применяется в медицинском и профессиональном измерительном оборудовании. По мнению экспертов многих ведущих мировых специализированных изданий, Supra дает заметный прирост в качестве звука даже при использовании для подключения не очень дорогой техники. При его использовании звуковая картина заметно расширяется в глубину, улучшается ее прозрачность и детализация, а общий тональный баланс звука выравнивается.